Люди в деревнях сотнями умирали от голода, в то время, когда амбары ломились от зерна. Ели траву, ловили мышей и воробьев, пухли и не могли даже захоронить покойников, вспоминают очевидцы тех страшных событий. В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Сотни тысяч жертв, череда леденящих душу историй, которые невозможно представить. Жінка одна ходила через три села, це Одеська область, Любашівський район, село Бобрик-2. І там села рядом, Ясиново, Гоздавка, Малий Бобрик, Янчівка. І от жінка через три села ходила в церкву. Щодня, чи дощ, чи сніг, чи вітер. Я питаю йому, чому Аніка, от вона з'їла свою дитину під час голоду. Полвека, правда, о тих днях тщательно замалчувалась. Но, несмотря на все это, люди по-прежнему помнят о страшных событиях того времени и чтят своих близких, не переживших 33-й год. Дети знают, внуки помнят, и все знают о том, что был Голодомор. Хотя в мое время это скрывалось. Нам не говорили, боялись, чтобы не преследовали. Так что это великая память о наших предках. Такие страшные моменты истории помнить необходимо, говорят одесситы. Только семейная летопись да архивные хроники в будущем способны уберечь человечество от повторения столь печальных ошибок.